интересно. Мне больше понравились клоуны, фокусы, мыльные пудры. Сегодняшнее мероприятие называлось «Слушай сердцем концерт». Это благотворительный концерт, мы организовали его для школы-интернат номер 30 для детей с проблемами слуха. На сегодняшний день в школе-интернате учатся 110 детей от всех районов Республики Башкортостан. Были особенности с ведущим, потому что это довольно-таки нелегко, чтобы дети, которые проблемы слуха, чтобы они слышали то, что им говорят. Вот. И поэтому, то есть, поиск сурдопереводчика был очень такой активный у нас. Вот. У нас как бы не все соглашались почему-то. Мне сегодня понравился праздник. Там было интересно, и весело. Было весело, интересно. Такие праздники практически они проходят не так, скажем, часто. Скрывать уж не будем. Но хотелось бы почаще. Было очень волнительно, на самом деле, как вообще все это пройдет, и как примут ребята, и как примет администрация. То есть, для меня это было очень волнительно, так как это было вообще первый раз у меня. Вот. И вообще, я хочу сказать то, что видеть радостные лица, радостные глаза ребят, это, наверное, самая большая благодарность для меня была сегодня.